Этот яркий красно-белый цирковой купол, как магнит, притянул на первое представление сотни горожан. Зрители, очарованные магией цирка, ждали незабываемых номеров от профессиональных каскадеров, воздушных гимнастов и иллюзионистов. Акробатический номер артисты повторять не советуют, зато сами с удовольствием показывают его зрителям. Динамичный, зрелищный и опасный трюк увлекает и детей, и взрослых. Там, под куполом цирка, всегда разворачиваются самые интересные события. Воздушные гимнасты в едином творческом порыве разыгрывают настоящую романтическую историю. Взмывает ввысь и гимнастка-одиночница, чьи трюки заставляют зрителей аплодировать и восхищенно замирать от переживаний. За время представления артисты сменяют сотни костюмов, которые делают шоу незабываемым. Программа длится 2 часа 20 минут и рассчитана не только на детей, но и на взрослых. Артисты в цирке «Шипито Гранд» собраны все по профессиональным качествам. Артисты из Москвы, Сибири, бразильцы, каскадеры, мотоциклисты, несколько мотоциклов в шаре. Все по профессиональным качествам. То есть будет интересно всем мамам, папам, бабушкам, дедушкам. Акробаты, жонглеры, артисты оригинального жанра, зрительный зал буквально каждую минуту взрывают новые эмоции. Иллюзионист грациозно прячет свою помощницу в ящик, а чуть позже она живая и невредимая предстает публике. В копилке цирковых номеров для самых маленьких зрителей выступления дрессированных танцующих собак и поросят-футболистов. А пока все разгадывают секреты такого единства животных и дрессировщиков, на арене выступает клоун. Я работаю. И, например, какой-нибудь гэг придумал. Гэг – это единица измерения юмора. Шуточка. Шуточку придумал – ставил. Смотрю, зашла, оставляю. Не зашла – убираю. Так же и полностью с репертуаром. То есть новые репризы придумываются. Гвоздь программы – бразильские каскадеры-мотоциклисты. Свет, музыка, рев моторов и отточенные движения трех всадников. Зрители в восторге наблюдают за экстремальной гонкой, которая проходит в небольшом железном шаре. В команде профессионалов – двое мужчин и девушка-каскадер. Это все способность… Взять себя под контроль, способность проверять каждую деталь ежедневно, оттачивать свое мастерство, репетировать. И только благодаря тому, что вся группа работает вместе, слаженно как команда, мы можем показывать этот смертельный трюк для вас. Выступление цирка «Шапито Гранд» запланировано до 20 ноября. Приобрести билеты можно в кассах цирка или онлайн. Мы еще придем обязательно, так понравилось, именно на это представление. Наталья Тюрина, Андрей Просвиркин. Наши новости.